Саря, ты где стоишь, пока ты не в рейде? В этом... у драконьего погоста. А сегодня это пойдем в Харажан на тени? Чини на гнев пустоты. Я бы сходил, но не пойду. Так он КД сохранил. КД, а, КД сохранили разве? У меня есть КД на этот, на Молчазара. Погибели не будет, потому что я Шарк, не собираюсь. Там уже нет Молчазара. Убивать. Давайте закроем людям квест Молчазар, гнев пустоты, Грулмагер, чтобы было больше людей для погибели. Объясни, как работает. Типа вот, я в том рейде убил гнев пустоты, а на Молчазара не пришел. Вот на моем КД Молчазара нет? Уже нет. Есть у тебя КД на Молчазара. Чего? Говорят, мы проходили, убивали Молчазара. Они по-вашему КД убили боссов, нахуй. Это не твое личное КД, блядь. Это КД тех людей, которые, блядь, приняли его. Либо были в этом КД. Хочешь, рискуй. Ну что там, место будет, нет? Да, царин. Дай пальчик. А чё ты пишешь, император, выйдешь, что ли? Я не понял, что это такое. Я с инста выйду, ну потому что, вот, убьем тень, потом пойду в Урл Магик, а потом погибель убьем сразу. Ты что, обкурился? Не фантазируй не нихуя, будет. Блядь, зашел надо, в рейд, нахуй. Да, заходи. Никакой каррегер не будет, нахуй. Не фантазируй, открой себе в связку с ключами и посмотри, там есть сосуд с кровью Мактеридона и глаз Грула. Есть? Угу. Вот и все. Это эти вещи нужны для квеста. Глаз Грула есть. Эти вещи нужны для квеста. Пока что плюсуйте на кубы. Паладинов дохуя развелось, а кулаков так и не вижу. Сейчас в агру ставьте шкафчик. Кликайте. Так, я на боссе или на этом? Серьезно. Каску по престам бафните, пожалуйста. Да, слизы не сорвут. Зачем на пол? Я во фросте. Ну, в принципе, сорвать не должны. Я выдержу. Thank you.
5 секунд. А, нет. Фу, блин. Добивайте, добивайте быстрее. Отошлите. Дайте прожимки просто. Там не надо никуда уходить. Да. На центр. Ну все, пишите мне D7 быстрее. На этом 8. А, щит на холле пало. Вот и все. Как боль. Вот и все. 22 им дал, блин, на этом, на роботе мало. 25 тоже надо. Мало. Не поймешь вас. Дай портал в шатрат. Пиздец, Варах, пофиксили, что престол поднять. Пизда мне. Не, кстати, я прям почувствовал, прям так неплохо подняли. А чё подняли? За фразу. Ледяной удар, кстати, фикса ноля. Я ебу нахуй. То есть они ещё сильнее это 4-5 сделали, понял? Т-10 сосать. Не-не-не-не, там, понимаешь, просто у Т-5 раньше давал по... Портал, этому, портал шатрат. 120%, а стало 240, да. И прям квесты там взяли, кому надо, сдавайте, идите квест.
Нормальный такой ап. Следующий квест будет на Грулагер, если чё. Так что нужно задать сейчас. Вот, держу в курсе. Ой, а порталы никто еще этот не дал, да? Дурачок. Тальян стоит. Вон там ставят. Подожди, я сейчас паролю. Да. Нет, ну печать надо, блядь, и крудак себе искать, да? Это четвёртый. Мах враг не уходи. В портал тут. Просто, блядь. Всё хуё. Но так у меня так сильно ледяной удар никогда не догоняло. Типа ледяной удар рели фиксанули. Из МБА из-за фростов ДД, но, блядь, в танке. Фиксанули, это означает, нахуй, как раз таки что-то поправили, что он дамажит хуже. А то, значит, его подняли, апнули. Нет, фикс это исправление. Ты путаешь. Смотри, да. Фикс это исправление, ап это повышение, а нерф это, короче, когда занижают, да. Когда это нерф, нахуй? Потому что, ну, блять, у меня атака никогда так ледяной удар не догоняла. Походу понерфили из-за фростов ДД, которые дают 35к ДПС. Теперь, блядь, у танков ледяной удар вообще в. Алиса, блядь, ледяной удар на первом месте. Это, блядь, когда у тебя, сука, в фросте танк на первом месте ледяной удар, а у меня у Вара, блядь, вот эта вот хуйня только на третьем месте, нахуй. При том, что она всегда была на первом, нахуй. Дело даже не в ледяном ударе, а в том, что, ну, типа, ледяной удар реально бьет меньше, потому что у меня атака, блядь, автоатака, нахуй, почти догнала ледяной удар, хотя она была, блядь, намного ниже его. Меня он войд, нахуй, догоняет. Ты чё, прикалываешься? Щешкой воли, блядь. Сука, танка, нахуй, просто уебали. Кстати, если того, что... у Вайда не вкачан рваный ран, или как они называются, ну, дебаф на 35% увеличивающий урон от кровотечения, то как бы понятно, почему у тебя не на первом месте. Нет, блядь, пофиксить 5 у фроста ДД, но нет, нахуй, фиксанули. Чего ты взял, что он, блядь, не вкачан? Не-не, я говорю, вроде, если, ну, у нас мосса, он вкате там. На скотте какая разница. Ну, значит фиксанули. Походу, блядь, после целка создам армсу, нахуй. Если ты не играешь через вихрь, то у тебя вар соло таргет ДПС, армс. Самый большой ДПС, по крайней мере, Dota 5, был у армсов. У тебя неправильный билд, неправильный шмот. Я тебе 100 раз. Если ты поменяешь и сделаешь, как я тебе скажу, у тебя ДПС вырастет на 3-4к, это 100%. Нет, тебе не нужно 4-4 вообще. Это бред. Плюс еще у тебя просадка по раге идет из-за того, что ты удар героя ставишь в приоритете, потому что он у тебя по-любому вбит в макросы. У тебя удар героя должен юзаться только в том случае, если у тебя выше 60 раги. Если у тебя ниже 60 раги, удар героя ни в коем случае нельзя прожимать, так как ты садишься по раге и вообще не дамажишь. Ну, правильно. Он у тебя и будет на первом месте, если ты его будешь постоянно жать. Но ты будешь садиться по раге, не будешь юзать из-за этого смертельный удар, будешь просто просаживаться и стоять АФКшить. Вот это то время, которое ты мог, допустим, ударить превосходством, либо оверпауэром. Смертельный удар, если я не ошибаюсь, то ли 25, то ли 30 раги требует. 30 раги. Плюс у тебя глиф еще должен на удар героя стоять. Нет, все правильно. Сейчас подойду. Войд, заменяем мосса.
там огруд маги. Валтер, Джованни. Что, блядь, что-то пистол 270-й левел, да? Хотите прямо, у меня анхолик 272, а фрост 269 чистый запечатина. Ходит в рейды, фармит ЕП, одевается, все правильно. Так они, блядь, на твингов идут, блядь, что за прикол, ёбаный в рот. Так в чем прикол, я тоже мейн, и что с того, блядь? Я не забрал только что печать, я молчу на... Ты мне тоже нужна печать, блядь? Нахуй не надо, ёбаный. Мне надо, сука, на танка 4 печати, еще и на ДД одну печать надо, блядь, алло. При чем тут ты вообще, ебать, рейд, блядь, от других людей? То есть речь. Ну так правильно, ты думай о других людях, Утин. Вторую или третью неделю подряд заеб. У тебя в танке? Да. Мне не нужна нахуй печать, со мной можно не договариваться. Получается, блядь, печати надо фармить с пугами, блядь. Нет. Как хочешь. Меня зовут Пан. Я нафармился печатью гильдии. Микстуру. Я думал, ты скажешь, меня зовут Пан, и я алкоголик. Я мастерал, я забрал все печеньки за 500 гп, нахуй. Вот, кстати, да, за 500. Я тоже, кстати, за 500 гп забирала. Ой, я забирала воять другой. Сундука давал топор за фунт, так что я дохера что за фунт забирал. Я за фунт даже на приню забирал, и теперь у меня нет доспеха. Блять, нахуй, так, блять, тюмейном убери печати, нахуя минуту. Твину, потому что, блядь, Турбо тратит свое время, чтобы ходить с тобой в рейд, помогать тебе. А на мейне у него фулл прокачка, ему нахуй там ничего не надо. Полностью согласен с предыдущим оратором. Блять, раз в неделю сходить в рейд нахуй, просто, блять. Проходи, сука, в рейд, ты хочешь делать все нахуй за раз, что ли, блять? Все тут ходили, фармили, не поднимались, блять. Вот уже, наверное, блять, полтора месяца, блять. Вообще, нахуй, всегда отдается твинам, нахуй. Ну, там пару раз. И даже, блядь, не полтора месяца в гильдии, алё, блядь. То есть ты хочешь сказать, что у тебя за полтора месяца 20 тысяч ЕП, да? Это хуёво в рейды ходишь. Так ходи в рейды, нахуй. Его не берут в нормальные рейды, его не берут в... Целка его берут, чё вы пиздите, да. Нахуй. Даже в ХМ можешь пойти, я тебе, блядь, что зря за ломан закрывал. Кроме чешки ебаной, можешь ее выкинуть нахуй. Да нету нормальной, три не больше. 45-е. Утя, подожди, горожана, бычка, сколько часы. Ты говоришь, ничего не забираешь уже больше месяца? Я говорю про печеньки. Именно, хэмный. Мы либо идем, блять, либо я иду, делаю свои дела, ребята, блять. Извините за мат. Формулирую траву. Да потом попиздим, блять, гоу. Заряд, суманите.
Мне первую партию декурсе. Почему? Мак. Не, нет. А, я в киле, что ли? Я же крест станкал, чё поменял? Может, доберёте кого-нибудь, нет? Да нету 25-го в гильдии, нету, никто замену не отвлекается. На квадрат. Это мастер. А не надо не закидывать настолько, сколько я там пишу. Опять собаки. Сука, опять откинул. Квадрат, так тебе. Сука! За всю боль его еще и превращает в меня, урод. Хочу Джайна убить. Я, кстати, тоже. Еще хочу Халеона в Гере убить. Я буду самый счастливый. Да, тоже классно. Ну, конечно. Хочу фулл вис свой сервер. Да. Сиросом завладеть. Вообще-то мечты слабенькие. Ну, таких, таких как Алиса сервера, нахуй, как и Путина, как царя, блядь. Чё? Ну-ка поподробнее. Печенька активно. Да он, блядь, в себя поверил, забыл.
Можно пассивкой. То самое чувство, когда ты, блядь, по бедным ражам уебал 63 тонны, блядь. Потому что мили критикал 26к. Блядь, ебало можно стоять, блядь. Вот 20 секунд, блядь, отдыхай. Дайте мне джинсы. Джинсы ему дайте. Я прожим туда. Сука, все это время бил, блять, не босса, да? Ну, подходите туда, милики, вы сдохнете. А он как Костянян глыбу. Можно сверху стоять бить. Весело. Кстати, заметил то, что ванхолики у меня вообще до пизды на стаке. Они просто урона мало получают. Здесь два милики. Следующим сейчас пизда будет. Что же лучше какой-то, так у нас же одни РДД бьют, конечно, будет еще. Я тоже уже бил, блин. Сося убил двоих. Перестали меня хилить на. Сейчас ЛПшками его убью. Конченый босс, нахуй. Конченый босс, туц-туц-туц-туц, ты меня называла, ой. Милики, врывайтесь, давайте в крест. Собрал бы я тогда, сука, зов нахуй, Миша, пробляй, сейчас добаримся, уже бегу. Кстати, он хорошо ДПС себе поднял. Что может 23500 мог дать без трэш.
Это тряная затея. Ну, вон там кто-то будет давать 19. О, я трэш сейчас бить не буду, и как раз 20-ку-то выжму. Опа. Void loot. Которого уже нету, наверное. Войт отказываться или принимать? Да он мне поставил лут, он сейчас уже себе заберет все, успокойся. Можешь что угодно делать. Вот как надо воронки фармить, нахуй. Следующий рейд так и буду делать, блядь. Я хотел еще прошлый рейд такое делать, нахуй. Мастер лут ставить? Да. Хуятель, блядь. Ебать, а у меня воятеля так и нету, блядь. Сразу по приору, давай. Воятель не персональный, но я бы вам его на халяву бы отдала. Я. На. Ну какой-то слабый ДЦ не повесил на меня щит, поэтому я умер. Ебать, первый раз на гроле магии Кваром не буду в танке. Ебануться, блядь. Да нет, не первый. Что-то первый. Когда себя не было, не был в танке. Когда Кравосен был? Когда тебя не было. Так они специально так делают. Короче, ты себе хочешь один талант, чтобы все это было в одном таланте, да? Для всех видов оружия. Ты представляешь, меч имбаф это было на БГ? Ну, на БГ, на арене. Это тряпок тупо вообще шокал. Короче, я понял, пассивка незыблемости, да, потом таланты, чтоб были у тебя все под шеем, тупо точно. Ебать, как я заебался на каждого моба кровотечение вешать, нахуй. Быстрее стакается стаки. Блядь. А у меня, сука, топора нету, блядь, подарок себе. У меня дробяшки есть, конечно, 15%, но крит, блядь.
Нет, они типа все берут шэм. Я не знаю, я куча ПВПшных арпалов с Глорой видел. Но возможно, а, что блядь, потому, арпалов, что нахуй, шейма. Мы не про арпалов говорим. Ладно. Уже пять. Уже, да. Ты же сказал после рейда. Ну, они онлайн. Ну, Вальтер. Они онлайн. На паладине сидят. Бычья голову на месте. Может, просто когда искали замену, люди отошли чаек налить? Не думали об этом? ФК, телефон, дверь, рожает хомячиха, не? Не, всем покупил, рожает. А если у меня кот обосрался, что делать? Ищи, убирай за ним. По-моему, жопу. Муравью хуй приделать. Да, ты требую гайда от Вайда, да, на эту тему? Хорошо. Вот пилигает. Так. Вот я один раз, короче, этот, когда лича первый раз убивал, вот, в обычке, и, короче, вот практически мы его убиваем, и у меня, короче, кот жопой выключает компьютер, потому что на нее, и вот моему разочарованию не было предела. Че, бычьи головы же здесь, он же сказал. Че ты вам не санул? Возьми Джованни, вон, блядь, пати, кого-нибудь, нахуй, возьмите уже, он ныть сейчас будет. Фулл ребафы, пристабаф, лапа, нахуй. Ша, подожди, я бегу, меня этот, ударили по голове. Схуяли ты епедался, честно. Паша бьющий голову сказал в чат, что он здесь все время это был. Он же сказал в Дискорд, ты что, не слышал? Я мастеру. Я говорю, вы снимали разве? Ну, вон сверху написано Void минус 1000. Я отменил. Я, конечно, снимаю дело, но Джованни тогда тоже надо дать, потому что он говорит, я здесь был. А так... Так 1000 с него уже сняли. А в конце дадут. Ну так сейчас дадут, ебаный в рот. Сейчас мы убьем боссов, дадут 1000 всем. 300 бафы. По буквам вам говорю. Ша, брат, бафы. А можно рыбу? А, вон. Зачем мне ассиста? О, шарф из танка, да. Хорош. Рыба стоит сзади. Ну, просто я говорить могу и без ассиста. Ну ладно. Шарф, говорю сразу, если ты мне скажешь нахуй идти, не пойду. Иди. А Техло, ты что, только приходишь, блядь, на выклики нахуй или что? Почему с ЛК не ходишь нахуй? В остальные рейды редко когда. Может, временного человека нет. А все понятно. Поехали. Понял. Царь. Царь звезде. Да, я звезда. Он позакрывает. Мы позакрываем, забей, мы повыходим.
И что мы тут делаем? Уважаемый мейнер ДЦ, а зачем тебе печенька Т4, если ты мейнер ДЦ? Это так, вопрос на количество интеллекта. Ой, ну все, хватит, нормально же общались. Да бля, РДД закрывали. Атлас, давай обратно. Отъехал, позакрывай. Ладно. Блять, как только появились эти нахуй. Еще и ЕП нахуй за спеки, блять. Только танков нахуй. Геруна. Отъехал внизу, вставай. Отъехал, ты, блядь. Давай я сделаю, стою пусть он на шарике. Давай ты. Стой, закрывай руки. Расколы. А. Ну это у вас где-то там медики не закрыли. Не бегай с пушка туда, так. Не, ну нечем вставать. Где-то потерялась. Блять, ой, ну зад. Ну ты тормоз. Справа. Печь. Отойдите справа. Ух, бля. Сзади. Сзади. Отъехал слева. Давайте сайт ДПС. Чё? Скажи ещё. Нету Д7 у него, не заслужил. 33 канал. Руки, пипа. Да, Утя. Это было по таймингу. Фотка, да? Красиво. Я закрою в треугольнике.
меня скрин с робота есть, где там 21. Сосалка, закрой. Так что все, все по этому. По фэншую, все хорошо. Мой скрин, где на волноступе в танке дает 30к, что ты мне сделаешь? Я тебя в щечку поцелую, представляй. Ну не тех. Оп, это Фил. Возраст сексуального согласия 16, ничего не знаю. А ей 15. Ты чувствовал, когда послала щечку сексуального согласия? Быдло. Подготовился. Суицид. Задний. Опа. Милики закройте. Да что вы говорите? Хороший босс, и конкурс интересный, нравится. Блять, надо было за медвея зайти, щит бы ему забрал. Там багруха выпала. Мах, поставь, пожалуйста, в Долоранпур. А Войд кидала, сука, пиздит перстнина. Мужики, кто пойдет и коня 10? Зайка, с тобой хоть на край света. Значит, никто не пойдет. Перстень земли, нахуй. Получается. Нет, Джованни. Твинкам не отдается нахуй печати Войда, блядь. Шмот так же, только если их не попросили зайти на этого персонажа. Бать, ты токсичный. На мастер. Ой, назад должен был забрать. Если так судить, давайте начнем судить с того, что мой ДК твинк. Тогда ему шмотки не будем отдавать, будем отдавать другим танкам по приоритету. Я тебе еще раз говорю нахуй. Те, кого попросили на твинка зайти, тот уролит как на мейна нахуй. Ну, я бы лично отдал вот Нонзаду, он реально ДЦшник, почти постоянно в рейды ходит, но, блин, решайте сами. Ой, Нонзад няш. Да, он молодец. Не подлизывайся. Это в смысле, он мне просто ПС-ку вроде дает. Ой, Нонзад, объясни, я и так не понял, зачем тебе печенька на Д4? Если ты ДЦ. Что начать в 10? Алис, давай сначала лид закроем, потом на ОНИ. Да, я что-то это попутал. У нас приоритетность 10-ки или 25-ки, не пойму.